Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту ADVIV. И в этом видео я хочу поделиться своими результатами. Проект стартовал 1 июля. Все замечательно платит. Платит, работает. Ну и платит у кого что есть на вывод. Потому что админ нормальный. И, конечно же, я не могла пройти мимо этого проекта. И у меня есть проект, в котором я работаю, этого же админа. Вот. И все замечательно. Но в данном случае у меня на балансе $45. На реинвест баланс у меня $1. И я по-прежнему в четвертой группе. И у меня 36441 баб монета. И ежедневно я захожу, просматриваю 9 рекламок. Мне ежедневно начисляется 22 цента, по-моему. Вот здесь группы можно посмотреть, кто на какой группе сколько зарабатывает. Значит, и как распределяется баланс. Мне 15, из этих 22 центов идут 15 центов на основной баланс для вывода и 7 центов на реинвест. Это, я считаю, неплохо. И также при пополнении баланса увеличивается лимит на вывод. В данный момент минимальная сумма на вывод у меня составляет $8. Когда был предстарт проекта, было $10. Вот, не знаю, возможно, это у всех так, а возможно, кто повышает, как бы пополняется, у того уменьшается минимальный вывод. Вот, но я же хочу сделать еще, друзья, и реинвест, прикупить от баб монетки. У меня на балансе есть $1. Значит, нажим так, баб. Вот это финансы, это ады пакеты, это по желанию, я сюда не лезу. Я зарабатываю на баб поинтах. Баб поинты бил купить, нажимаю. И здесь можно как на реинвесте, как бы увеличивать монетки свои с основного баланса, ну и напрямую с кошелька. Минимальный с $1 2440 баб. Также здесь есть приветственный бонус и дают 50 центов на основной баланс. Значит, я прописываю один пакет. И что мне вот с одного пакета? 1 USD, 2440 монет. Как я сказала, майн баланс. Кликаю сюда. Здесь процессор, это напрямую с кошелька. А вот вкладочка реинвест. Я кликаю на реинвест. И я сейчас куплю. Ставим сюда галочку, что с правилами согласны. И нажимаю. Все, я увеличила. Переходим теперь в кабинет. Так, дашборд вот. Кабинет. И у меня денежка с реинвеста списалась. И у меня вот стало на балансе 38 1781 баб поинтов. Я сначала, вот пока я буду работать на реинвесте, поддерживать четвертую группу, потом я наберу минималку. Это я себе такой как бы план сделала. Поставлю на вывод, выведу денежку, и уже после этого начну активно развивать этот проект. Вот такие вот, друзья, у меня результаты. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Вот здесь инвестор, это пакеты. Я сюда не лезу, я только работаю вот на вот этих баб-монетках.
Ну и вот здесь группы также все можете просмотреть. Краткий обзор я делала по этому проекту. Также здесь можно рекламить свои проекты. Вот здесь не особо-то и дорогая реклама за 1000 просмотров. Вот я четвертая группа, мне 22 цента ежедневное начисление. Из этих 202 центов мне 15 центов идет на основной баланс, а остальные денежка идет на вот реинвест. Я считаю, это неплохо. На реинвесте можно зарабатывать. А также можно, дается приветственный бонус, поддерживать, ну, какая группа есть, вот и поддерживать ее. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать делиться своими результатами. До новых встреч!